В Москве стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи до 23 лет. Первые соискатели наград определяются в 5 весовых категориях. Среди финалистов за первое место есть представитель команды Дагестана. Им стал Максим Боков. Всего же обладателей 10 комплектов медалей выявят около 350 спортсменов. По итогам турнира наставники сформируют национальные команды для участия в первенстве мира и Европы.